процедуру. Сейчас Наполи атакуют. Есть возможность прорваться к воротам. Политано берет игру на себя, бьет по воротам. Но мяч, кажется, там уходит на угол. Было это еще в сезоне 17-18, когда Беневенто дебютировал в итальянской серии А. Попадает под персональную опеку флангового защитника, пробивает Лосано с неназначенным пенальти в этом матче. Снова Лоренцо с мячом. Еще один удар, и в перекладину попадает мяч, затем влетает в сетку. Вот этот гол красивейший. Это его второй гол в чемпионате и второй гол в карьере ворота Беневенто. Изумительный удар, да, конечно, мяч полностью Фабиан. В втором тайме добавился вот тот только шальной удар Лападулы издали. Политано прорывается к воротам. Питание. И Питание вколачивает мяч под перекладину. 67-я минута. 18 миллионов евро Наполи заплатил за Питание. Питанию, который за два сезона со Спалом забил 8 мячей. Перед этим так и не удалось ему стать забивным форвардом в составе Аталанты. Атаки в оборону. Физическую мощь. Перебросил. И теперь, когда нужно отыгрываться, ну, один САУ против Маналаса. Политано пришел в аренду с правом выкупа хозяевам. Но сейчас мяч не теряют и дают возможность сопернику подумать о контратаке. Политано приближается к воротам, передача в штрафную. Держит неаполитанцам просто держать мяч как можно дольше. Мяч нужен Беневенто. Затяжную процедуру. Сейчас Наполи атакуют. Есть возможность прорваться к воротам. Политано берет игру на себя, бьет по воротам. Но мяч, кажется, там уходит головой. Потенциально очень сложный матч в Сан-Себастьяне против Реала Сосьедад. Соперника, который сейчас... А у нас компенсированное время в крестовину попадает Политано. И не получается навес. Но штрафной назначен. Компенсированное время. Летиция получил по ногам. То, что шестая добавленная минута уже подходила к концу. И даст он сопернику возможность разыграть этот штрафной.